Слово «Вашингтон» представляет. Ого, добрый день, дамы и господа. А я вас категорически приветствую на канале «Слава Вашингтон». И мы продолжаем проходить GTA Vice City Definitive Edition под эту веселенькую, замечательную композицию. Сейчас мы отправляемся в клуб «Малибу», чтобы добыть для себя очередное задание. Масамба! Ой, маленький мексиканец одел шляпу и танцует. Хорошо. Опа, сердечко я нашел. Я-си-я. Ля-ля-ля-ля. Так, берем сердечко и едем мы в клуб Малибу, чтобы выполнить задание. Барау. Тириасте. Вот не умеет падлы ездить, совсем не умеет, постоянно врезаюсь в них. Я. Так, все, мы приехали, погнали. Клуб Малибу. Опа. Работенка. Как видите, джентльмены, это будет самым легким делом в нашей карьере. Томми, серьезно? Тебе просто податься в адвоката. Ты чего обкурился? Это ни разу не простой план, блядь. Хотя, кому нужны простые планы, ёпта? Взять хотя бы коммунизм был очень простой план. Не принес России ничего хорошего. Так ведь? Успокойтесь, хорошо? С такой командой не должно быть никаких проблем. Как... займется Фил сейфом, мы с тобой займемся охраной, а Хиллари будешь ждать за рулем. А ты никого не забыл? Кого-то, кто очень помог тебе в этом городе? Кто? Кен, точно. Кен будет отмывать деньги и пополнять холодильник с мухлом. Я не понимаю, что мне надо делать. Послушай, все просто. Ты что, кино не смотрел? Мы входим в банк, вынимаем оружие и уходим богачами. Короче, блять, прекрасно, блять. Короче, едем грабить банк. Интригующая, интересная миссия. Как она пройдет, как, насколько все грамотно будет сейчас обстоять. Опа, вот мы подъехали. Вау, хорошо. Просто катайся по кварталу, понятно? Понятно, Томми, понятно. Так, ну чё? Так, аккуратно, утки, блядь, переходим дорогу, кря-кря-кря. Все за мной, аккуратненько. Чтобы, сука, ни одна не сбила. Опа, хорошо. Все грамотно пока. Маска Джейсона. Поехали. Это ограбление, нахуй. Никому не двигаться, блядь. Все к стене, сука, быстро.
Фил, следи здесь за порядком. Будет сделано, блядь. Пошли, Кэм, хранилище наверху. Пошли. Так, подожди. Так, аккуратненько. Лучше взять оружие получше. Так, 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 так. Тут никого? Тут никого, никого. Оп, вот сейчас спокойно. Спокойно. Опа. Security, security. Ой-ой-ой-ой. О-ля-ля-ля-ля. Хорош. О-ля-ля-ля-ля. Здорово, здорово. Идем, идем. Так. Ой! Ой-ой-ой, как неожиданно было. Проклятие, это фланш 9000. На взлом уйдет куча времени. Но возможно за 5 минут, если ты разыщешь менеджера. Пойду тогда поищу его. Пошел искать. Эй, а куда я? А, все правильно, да, все правильно. Чего у него голова-то прозрачная? Мать твою. Пил, все на мази? Да, тише, блядь, не бывает. Ой, падла, падла. Собачка, ты что-то вытворяешь. Чё там? А, это я камеру, что ли, смотрю? Мне не нужны камеры. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Кто стреляет? Ну-ка, выходи. Хорош. Чётенько, чётенько. Чё расселся? Ты пойдёшь со мной. Хорошо, хорошо. Только не стреляйте, блядь. Вот жизнь-ка, хорошо. Очень, очень вовремя. Я сказал, блядь, никому не двигаться, нахуй. Тут замок с часовым механизмом. У вас ничего не выйдет, блядь. С часовым механизмом я разберусь. Затем введем твой код, и мы в шоколаде. Стой здесь. Чуть что получишь в ухо. Я пойду проведу Фила и сразу вернусь. Я же говорил, блядь, не трогай сигнализацию, сука. Спецназ будет здесь минут на минуту, мне бы не помешала помощь, Томми. Иду, иду, иду. Вау, полетаем немножко. Спецназ Вай-Сити. Вы полностью окружены, блядь. Окружены? Ха-ха, ёпта. Ты чё? Да они уже штаны наложили, продажные твари. Томми, хранилище открыто. Отлично, грязные денежки полиции у нас, пора валить. Что ж, мы дали вам шанс. Будем по-плохому, блядь. Сейчас будут штурмовать. В укрытие нахуй. Собака сутулая. Ну-ка, вот сюда. За окошко. Ай-яй-яй. Да уйди ты отсюда. Ой. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Тихо, 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 тихо. Я ж тебя завалю так, придурочный. Дерьмо, где Хиллари? Я ему устрою, блядь, травму покинутости, сука. Ребята, залезайте, я вас прикрою. Прикрыл, блядь. Есть, Кэмэ! Садись, садись! Рэвио, Рэвио Эспантоса, Рэвио Эспантоса. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вставай, дружище, вставай. Выбросили Фила, да что я могу поделать? Фил, живи, мы все молимся за тебя. Фил Кэссиди, ты где? Фил, давай садись, похер. Похер на этого болвана. Нам главное Фил. Быстрее в покраску. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Иди отсюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хорошо. Вот так вот. Опа! Красиво. Делай, красиво будет. Куда ты, бля? Падла, ты чё стреляешь-то? Собака сутулая, ты, я только машину починил.
Опа, опа, па. А, надо заехать. Мы это сделали! Мы это сделали! Мы богатые парни! Мы богатые, блядь! Томми, ты бы не отказался расслабиться. О, привет, Мерседес. Да, расслабиться бы не помешало. Томми, а я говорил тебе, говорил, грязным копам стоит дрожать, услышав имя Кета Пола. Ну же, дай мне доли побольше. Мне пора обзавестись новой одежкой. Одежкой. Теперь клуб Малибу будет приносить доход вплоть до 10 тысяч долларов. Не забывайте свое время забирать выручку. What you do? Say. Костюм грабили банков, да, вставлен в клуб Малибу West Point. Хорошо. Дайте машину кто-нибудь. Сколько можно? Так, теперь, если в клубе Малибу все пройдено, нужно покупать что-то еще. Пам 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 пам. Тинтиндау. Надо, а такси мы хотели приобрести, поехали туда. В таксишечку поедем и приобретем ее, правильно? Опа, такси. Так, звоночек. Возьми трубку. Томми, мне понравилось работать с тобой. Со временем в Вьетнаме так не развлекался. Если что-то будет нужно, обращайся. Если да, помни о тех, с кем довелось служить. Уверен, что смогу быть тебе полезным. Ага, Фил Кэссиди, вы поняли, да? Вы поняли? Зачем нам сейчас такси? Мы уже можем взять Фила Кэссиди. Вот он как раз прям рядышком. Он прям рядышком. Отлично. Отлично. Торговец оружием. Фил, бежим, блядь, нахуй, бежим, блядь, бежим. Вот, бау, бау. Уху, вот это да, бля. Хорошо, никогда не подосидят к педагогу и к самогонным аппаратам Фила Кэссиди, бля. Ё-моё, Фил, как ты пьешь эту дрянь? Блин, ну я ж тебе не заставляю это пить. Тебе же от одного запаха пойдет. Ох. Слушай, Фил, ты говорил, можешь достать мне оружие. Верняк. Есть один мексиканец, занимается как раз такими вещами. Приезжает раз в неделю, как раз сегодня будет. Тебе нужно будет сделать так, чтобы ящик с оружием упали с грузовиков. Этим ты окажешь небольшую услугу. Потом прикончи его нахуй. Так. Протараньте грузовики с оружием. Кирики. Эспантосика. Эй-йоу, эспантосика. Па-па-па. Нахуй с пляжа. Эй, Мако!
Стоять, собака сутула, стоять! Командир, потормози немного! Давай, ящик, падла! Отлично, отлично! Да возьми ты это оружие, придурочный! Ой, придурок! Мать твою! Задание провалено! Собака... Не получилось у меня. Билл? Пробуем еще раз. Не пошла. Нерасторопный. Я был сейчас слишком, слишком самоуверенный. Шейк. Ну-ка, если меня мыслишка взять вот эту штучку и поедем. Рюкзачок понравится нам, судя по всему. Супер-бэр. Пробуем еще раз, ребята. Кири-кири-кири-кири. Папа, курица, сука ебучая. Па-па-па-па-па-па. Папа, нормально. Хорош. 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 Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, мамуля. Тихо, блядь. Пошел отсюда, нахер. Танцуй, мама. Пока молодой. Ух, повезло. Ну давай, собака. Куда ты там пошел? Где он там? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Хорошо. Хорош. Четенько сработано. Четенько сработано. Э, мусоренок, ты не лезь давай, пожалуйста. Мне сейчас не до тебя. Похоже, они вызвали подмогу. Так, подмога мне не нужна. Да возьми ты, сука. Падла. Бери, 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 бери. Быстрее, 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 быстрее. Хорош. Тихо, тихо, тихо. Главное не врезаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, садись, 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 садись. Вот падла, вот же сучара. О, гаитяне, молодцы, помогайте. Я же вам когда-то помогал, помогайте мне, ребята. Помогайте. Дай-ка машину, этот драндулет. Мне хоть побезопаснее будет. Блять, опять прокололи колеса собаки. Ой-ой-ой, два мусоренка у меня на хвосте. Это уже не дело, это не дело. Надо быстрее покраску, покраску. Покрасочку, быстренько, быстренько. Тихо, 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 тихо. Оп, хорош. Отлично, отлично. Хорош. Все отлично. Ребята, идем дальше. Работаем. Так, главное сейчас не убить, пока звездочки мигают. Никого нельзя убить, пока мигают звездочки. Не нарушаем правила дорожного движения. Соблюдаем. Все, отлично, звезды пропали. Можно врезаться и все остальное. Ну что ты не вылетаешь-то, ящик? Давай, 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 вылетай. Сколько я тебя таранить-то буду? Хорош. О, тихо-тихо, садимся, садимся и едем, едем в далекие края. Обезьяна, забияка, кошелот. Так, еще машинка у нас там.
Вон он вижу, едет. Хорош. Тихо. Ну-ка, нахер его. Так, берем оружие. Так, машину или что-нибудь, быстрей. Такси, пожалуйста, вези меня. Теперь добейте оставшихся торговцев. Хорошо. Давай. Мочи. Дуй. Тихо. Стартуй. Стартуем. Оп, хорошо. Ха-ха, барабанчики стучат. Хорошо. Бэка-бэка-гэбэ. Где это? Ну давай, ты чё там, из железа, что ли? Все, миссия пройдена, ребята. Вот и все. Каково это, да? Прекрасно. Ну что, отправляемся к Филу Кэссиди на очередное задание. Ой, тихо, не надо нам взорваться, не надо. Гаитяне мне все испортили. Так, звоночек другу. Томми, это Фил. Сразу добей на любезности и слушай сюда. Итак, я сварганил реально серьезный взрыв пола, а потом подумал, может ты захочешь присоединиться? Серьезно, если хочешь выпить, или тебе нужен растворитель, эта хрень как раз для настоящих мужиков. Даже мне вставляет, хотя я и так уже одним глазом не вижу. Я буду ждать тебя, слышишь? Слышу. Куда прешь, собака? Пошли, что делать? Пойдем. Сайгоновое пойло. Эй, Фил, как дела? Привет, Томми, блядь, давно не виделись, нахуй. По-моему, тебе пора заняться взрывом пойлом. Пахнет как растворитель, аж глаза слезятся. Тихо, блядь, ну-ка, тихо. Иди сюда, оп, иди сюда. О, сейчас покажу, ну-ка. О, жуть, эта штука должна так пахнуть, башка кружится. Не волнуйся, нахуй. Опа, Томми, смотри. Просто смотри. Паленые батарейки, нахуй, наверное. Так, ну, хер с ними. Сейчас у меня кое-что есть. Опа! Та-дам, блядь. Ой, нахуй. Ой, о-хо. О, черт, блядь. Вот это не задача, блядь. Скорее отвезите Фила в больницу. Везу. Пьяная скотина. Сам пьяный меня напоил. Пидорос. Тихо. Берегись. Викодовцы на пушке. Это мне кажется, или дороги сделаны из желе, блядь? Ба-ба-ба-бам, как раз музычка подходит. Пьяный Эсвантоса. Сломанная ложка, блядь, вызывает на сетку. Слышите меня? Только не болит, дружище. Там полно копов и винконовцев. Один бывший военный хирург у меня в долгу. И носилку мою захапал собака. Он живет в долговании. О, смотри, гигантская рыба. Мамбо. Тихо. Этаро. Задания Фила завершены. Все, что ли, два задания? Теперь у Фила можно купить новое оружие. Рави Эспантоза Мьюзика. Чё-то как-то мало заданий у Фила. Всего лишь парочку. Ну ладно.
Как-то маловато будет. Ну ладно, что? Что? Так, притормозим. Томми, это Фил. Хотел бы поблагодарить тебя за помощь. Проклятый Винконовец, рано или поздно он все равно до тебя дотянется, блядь. А вообще, рано заживает хорошо. Да и не придется больше обманывать правительство, что инвалид, блядь. Ну что, прекрасный вид. Лето. Всем желаю хорошего настроения. Я вам что могу сказать? Вы почаще лайкайте, пишите комментарии. Прощаемся с вами. До новых встреч. Пока.